руководитель Мангатаева Елена Средовна. Thank you.
Нам танцы многих стран известны, в согласии с ними мы живем. Но где найти мне лучшие пляски, темные здесь, в краю родном? Встречайте! Выступает танцевальная группа 10 классов, классные руководители Батуева Любовь Сиреновна и Подмаева Светлана Гамбоевна. Отечественная война. Особая страница российской истории. Час мужества пробил на наших часах. От гнева кровь в жилах стынет. Мы знаем, свобода лежит на весах. И мужество нас не покинет. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вставай, страна огромная, вставай!
всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей, пусть ярость благородная скипает. Песня «Священная война» прозвучала в исполнении хора юношей 11 классов, классной руководителей Генденова Любовь Юрьевна и Дайдаева Светлана Михайловна. Мать героя! Стихотворение Чимита Задиндамбаева исполняют ребята Гушка «Родная поэзия». Руководитель Батуева Любовь Циреновна. Кукшин экин хасыр дейгур, хунды нел бахат мухаришы, уруға харажы худулынгой, удан кшимай гуйхуға. Хыды с яланды балапта, хыдында хыда хабуныңгэ, эвэт уон эвэлхіне, эжигын ханалаха. Буырыл эхэдэй хубумня, бусыжа октайры хуғы, турым эхэе байсуғы, турым уйохы хуғы. Дэн сирэгай дурыхыды, дэдэ дылхэмнэ сэсэглэхэн, унын нухудору кубумни, ургын талада каргуэн. Хамды надан нухудэй, ханхабы дауэлэхэ, хубунэмне овэн нухудут. Хамды надан нухудэй, ханхабы дауэлэхэ, хубугэ ахтам ахтыгэээп, хусэгтэ ахтыгар шанэлхэ. Муно дахят уйлху гуйм, муно уйлху сад пыша, ганса хайгын хубугай, гашудывайня бахору удышху гуйм. Хубундай хадыгалхан тахойо, ховын фронт тергайхам, хамта дэнды ябахам, ханина кудын садужа. Ихы хубунай гайхубсаха, и жылын нухуттын гайхам, хубунай мне овын нухутут, хуйта хаджа, бузыр. Булат героем эхы гайшам, бусы дайхажуды уйлху гуйм. Кукшым экин нюдуцо, хубуне торгые хорошекла. Когда наступят мира времена, я знаю, разлетятся тучи. Моя страна, что правдой зажжена, предстанет всем и гордой, и могучей. Вальс «Тучи в голубом» исполняет танцевальная группа 7-го В-класса. Классный руководитель Подобашина Марина Николаевна. Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня.
А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат и небо в огне, думай, родная, всегда обо мне. Из-под небесья мне виден, милый, твой профиль в окне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом. Два орла исполняет Лупсан Чалсанов, первый А-класс. На дороге боевой моей в высоте жалуют орла, и один из них ночи чернее, у другого белые крыла. Если черный тучи полетит, обещала
синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Твои получая, слышу я голос родной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И мне не раз снились предутренний час кудри в платочке, синие ночки, искорки девичьих глаз. Синие ночки, искорки девичьих глаз. Сколько заветных платочков носим мы в сердце с собой, радости встречи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, любимых, желанных таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Передай привет и бать.
сейчас бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Танец исполнили учащиеся 9-го В-класса. Классный руководитель Арефьева Нина Вячеславовна. Отгремела война, но каждый год от боевых ранений уходили солдаты. Песня «Журавли» исполняет вокальная группа 9-го В-класса. Классный руководитель безызвестных Наталья Иннокентьевна. Thank you.
Отцы и деды возвращались домой. С ними, родными, вернулась семьи радость. Танец «Русские забавы» исполняют учащиеся 7-го Б-класса. Классный руководитель Садовская Светлана Георгиевна. Сердце у них огромное небо, огромное небо.
Thank you.
«Вперед, Россия!» исполняет 7-й Б-класс. Классный руководитель Садовская Светлана Георгиевна. Исполняют 10-е классы. Постановщик Цыбикова Ирина. Классный руководитель Батуева Любовь Цареновна. Малинка, 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 мал
заря светла и горяча, и будет так вовеки нерушима. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Thank you.